Ужесточить контроль за расходованием краевых средств. Такое поручение ведомствам сегодня дал губернатор Александр Карлин. На аппаратном совещании глава управления экономики Николай Чиников отчитался о том, как и во что инвестировали средства с начала 2015 года. По его словам, на реализацию мероприятий краевой адресной инвестиционной программы потрачено почти 2 миллиарда рублей. Часть средств вложена в строительство и реконструкцию капитальных объектов. Всего их было 85. 17 – это объекты в рамках губернаторской программы 80 на 80. На объекты образования направлено 158 миллионов рублей, в сферу здравоохранения 358 миллионов, более 50 миллионов на объекты культуры. Львиная доля бюджетных расходов пришлась на сферу жилищного строительства, потрачено почти 290 миллионов рублей. Мы сегодня работаем в условиях жесткой бюджетной ограниченности. К сожалению, мы в текущем году и в следующем не сможем инвестировать в нашу инфраструктуру и в социальную сферу такое же количество ресурсов, как мы это делали год, два, три назад. Два месяца, оставшиеся до завершения бюджетного года, Александр Карлин поручил использовать для работы в сфере капитального строительства и потребовал предоставлять отчеты о целевом использовании средств на рабочих совещаниях с участием представителей подрядчиков и муниципалитетов.